Доброе утро! Сегодня Всемирный день без табака. Но мы не станем учить вас, как прожить эти сутки, ни разу не закурив. У рубрики «Будь здоров» глобальная задача. Рассказать вам, как завязать с курением надолго, а лучше навсегда. Курильщики успокаивают себя, мол, это всего лишь вредная привычка. Но как врач и психотерапевт Дмитрий Сайков хотел бы всех отрезвить. На самом деле исподволь постепенно у человека формируется серьезная психофизиологическая зависимость. И порой преодолеть эту зависимость не каждому удается самостоятельно. Ну, попробовал, наверное, лет в 17, как говорят, за компанию. Потихонечку начал втягиваться. В итоге дошло до того, что начал курить 2 пачки в день. Вот, понял, что это начинаю испытывать дискомфорт. Люди зачастую осознают, но игнорируют тот вред, который наносит им курение. Не помогают ни уговоры близких, ни даже появляющиеся со временем симптомы болезней. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, каждый курящий, не бросивший курить, в среднем сокращает свою жизнь на 10 лет. Но каждый курильщик все-таки верит в то, что это его не коснется. Однако это не так. Главный показатель, что курение не просто привычка, это невозможность добровольно отказаться от сигарет надолго или навсегда. Метод эмоционально-стрессовой психотерапии позволяет воздействовать на стержень самой зависимости и тем самым делает реальным переход курильщика в разряд некурящего человека. До прихода к Дмитрию Владимировичу Сайкову курил на протяжении 12-13 лет. После лечения, я не знаю, я находился в курящих компаниях, как-то у меня не возникало тяги, желания, то есть очень спокойно переносил рядом курящих людей. С момента лечения прошло уже 1,5 года, не курю и желания не возникает. Обращаюсь ко всем курильщикам. Всемирный день без табака существует не только для вас, а даже в большей степени для тех, кто постоянно с вами соседствует. Хотя бы сегодня оградите своих близких от табачного дыма. Ведь они, пускай даже пассивные курильщики, страдают от сигарет немногим меньше, чем вы сами. Будьте здоровы! Увидимся через неделю. Партнер рубрики «Будь здоров» – медицинский центр «Нардин».